IT-сервис для сельского хозяйства и новые методы селекции представят алтайские предприятия на межрегиональном форуме. Он посвящен взаимодействию России и Узбекистана в сфере сельского хозяйства и завтра начнет работу в Ташкенте. Сейчас представители Алтайского края заканчивают оформление стендов. Наша экспозиция займет около 100 квадратных метров. На ней разместят технологические разработки, к примеру, в вагоностроении, продукты пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе алтайскую муку, крупы, комбикорма, сыры, кондитерскую продукцию, фармпрепараты. Участники смогут провести переговоры с гостями форума. Выставка, посвященная сельскому хозяйству России и Узбекистана, станет ключевым мероприятием первого форума межрегионального сотрудничества двух стран.